Мы сегодня готовим быстрый ужин. Для этого нам понадобится спагетти, сыр тертый, фарш, лук репчатый покрошенный и готовый соус для спагетти болонезе. И быстро у нас будет ужин называться макароны болонезе по-дачному. Поджариваем фарш. Ну, я сначала поджариваю фарш. Потом уже добавляю лук репчатый. Ну, кто-то делает наоборот. Кому как больше нравится, кто как привык. Поджариваем хорошенько до румяности, до выпаривания лишней влаги. Добавляем фарш с поджаренным лучком. Готовый соус болонезе из баночки. Все хорошенечко перемешиваем и оставляем еще немножко протушиться. Если вы обратили внимание, до этого я не солила и не перчила, потому что мы же не знаем, какой будет соус. Лучше это сделать именно сейчас, чтобы все было гармонично. Кто как любит, я добавляю еще водички. На тарелку укладываем предварительно отваренные спагетти, сверху наш фарш подготовленный, а уже сверху наша конструкция посыпаем тертым сыром. Конечно, это быстрый рецепт, классический рецепт, делается по-другому, и сыр пармезан, и фарш подготавливается по-другому, но на даче все делается быстро. Всем приятного аппетита!